преподаватели для учителей. В Ангарске впервые организовали концерт, где артисты – педагоги учреждения культуры, а зрители – коллеги из соседней школы. Идею необычной встречи, посвященной текущему году педагога и наставника, реализовала детская школа искусств номер 4. Что из этого получилось, расскажет Мария Константинова. Фойе 4-й школы искусств превратилась в картинную галерею. Это лучшие работы старшеклассников учреждения культуры. Многие из них – победители всевозможных творческих конкурсов. Некоторые удостоены стипендий мэра Ангарского городского округа. Талантливые дети, самые талантливые нашей школы. Мы их сегодня представляем. Работа проведена была очень глобальная. Не все, конечно, выиграли, но я считаю, что все достойны. Искусств работают три отделения – хореографическое, изобразительное и музыкальное. Сегодня на сцене не только учащиеся, но и главные герои концерта – это преподаватели четверки, а зрители – педагоги Ангарской школы номер 39. Их объединили дети, которые одновременно учатся в обоих учреждениях, а также совместный проект «Культура для школьника». Идея организовать такую встречу принадлежит преподавателю музыкального отделения Ирине Абрамовой. В течение года ежемесячно мы проводили интересные, очень образовательные, познавательные программы, которые касались как художественного направления, так и музыкального, так и хореографического. У нас выступали дети, выступали иногда и преподаватели. Но вот в канун уже отпуска, вот таким подарком нам захотелось сделать подарок вот именно преподавателям, педагогам. СОШ номер 39. В номер 4 трудятся 35 преподавателей. Более 10 из них – выпускники родной «Альма-Матер», в их числе Юлия Арсеньева. За плечами музыкальное училище Санкт-Петербурга, консерватория Петрозаводска. И вот уже 2 года она успешно обучает талантливых детей игре на скрипке. Больше посвящаем себя детям. Ученикам нужно очень много внимания. Вот, но все-таки к такому концерту нашли время подготовиться и достойно выступить сегодня. Восторг зрителей очевиден. Аплодисменты не смолкали после каждого номера. А артисты выкладывались по полной. Организаторы рассчитывают превратить встречу педагогов и наставников в добрую традицию. Мария Константинова, Александр Черник. Местное время.